Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы забежали ко мне в гости. Сегодня у нас очень вкусное овсяное печенье. Начнем. У меня 100 грамм сливочного масла, я его растопила. Добавляем сахар, яйцо, мед. И обязательно щепотку соли. Все это хорошо перемешиваем. Убираем пока весы. Добавляем остальные ингредиенты. Добавляем ванильный сахар, пшеничную муку, овсяную муку и рыхлитель теста. И замешиваем. Все, наше тесто готово. Формируем печенье. Форму выбираем любую. Выпекаем 180 градусов примерно 15-20 минут. Это большая. Все, и ставим наше печенье в духовку. Наше великолепное печенье готово. Я не удержалась, уже одну съела. Очень вкусное. Давайте посмотрим. Красота. Не забывайте подписываться на мой канал. Рецепт, как всегда, под видео. Просто, вкусно. Ой, насколько это ароматно.